Первоначальный план расширения Новосибирского театра мускомедии был разработан еще в 80-м году прошлого века. Однако реальное воплощение получил только в наши дни, рассказывают в руководстве культурного учреждения. Говорят, наконец-то появился проект, благодаря которому здание, построенное в Центральном парке в советские годы как летний кинотеатр, существенно преобразится и увеличится как минимум в 3 раза. Ведь в репертуаре уже давно есть не только музыкальные комедии, но и мюзиклы, и даже трагические пьесы. Проектировщики и подрядчики уже отправили документацию проекта на экспертизу в Москву. Здание театра строится в 2 очереди. Сначала строится рядом, буквально примыкая к стене существующего здания, большой театральный зал на 900 мест. И после того, как он сможет работать автономно, на месте этого здания, которое сносится, будет строиться малый зал и ряд вспомогательных помещений. Безусловно, здание, новое здание театра должно вписываться в ландшафтную часть центрального парка, и сам центральный парк должен соответствующим образом быть реконструирован и представлять собой действительно место культуры и отдыха. Предварительно возводить новую пристройку к театру начнут в 2014-м, заявляет худрук. И добавляют, для этого снесут тополя и березы рядом с нынешним зданием. Но растительность будет восстановлена за счет новых деревьев, которые власти обещают высадить сразу после открытия обновленного театра. Впрочем, ждать этого открытия новосибирцам предстоит долго. Проект рассчитан на 6 лет. Хотя, как заверяют артисты, мускомедия не прекратит свою работу даже во время своего обновления.